Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, в чем секрет самого быстро растущего международного интернет-проекта Faberlic Online, почему наши люди так быстро открывают директорские звания и выходят на солидный доход. А главное, поймете, что нужно делать вам, чтобы повторить их успех. Для начала давайте поймем, сколько и за что вам будут платить. Итак, вы будете заниматься информационной работой на просторах интернета, никаких продаж. В социальных сетях рассказываете людям о компании Faberlic, о возможности приобретения продукции по цене производителя и перспективах на этом заработать. У нас на проекте только два правила – пользоваться продукцией своей компании и приглашать других людей делать то же самое. Никого не уговаривайте, просто даете голые факты. Желающих регистрируйте к себе в команду. Чем больше людей вступит в проект, тем больше они сделают заказов и тем больше создастся товарооборот. И вот тут – внимание! Ваша зарплата напрямую зависит от этого товарооборота. Зарегистрироваться захотят многие, потому что ассортимент компании самый богатейший. Только у нас качественная женская, мужская, детская одежда и обувь, легендарная кислородная косметика, декоративная, люксовые средства, органические мыломоющие, все для стирки. Многие не знают, что все это можно получать со скидкой в 20% и подарками после совершенно бесплатной регистрации. Но вы эту ситуацию будете исправлять. Информировать жителей разных стран о такой шикарной возможности. Кто-то захочет так же, как и вы, приглашать людей и строить свой бизнес, свою команду. Многие захотят продавать товары, получать моментальную прибыль на разнице с продаж, а кто-то просто будет приобретать продукцию для себя, не суть важно. Главное, что товарооборот вашей команды при вашей грамотном подходе к делу будет расти все больше и больше, а вместе с ним будет расти и ваша зарплата. Выплаты, кстати, осуществляются не раз в месяц, как на наемной работе, а раз в каталог, то есть каждые 2-3 недели. Размер выплат определяется процентом от созданного вашей командой товарооборота, который исчисляется в баллах. То есть заказы всех ваших людей будут измеряться не деньгами, ведь в каждой стране своя валюта, а в баллах, так просто удобнее. Например, сделала Маша Иванова заказ на 1000 рублей. Это плюс 10 баллов вашей команде. К концу каталога компания считает, сколько баллов набрала ваша структура и распределяет доход между ее лидерами. Перед вами додиректорский маркетинг-план компании Faberlic. Здесь четко расписано, какой процент от товарооборота получит ваша структура при том или ином количестве набранных за один каталожный период баллов. Как вы видите, этот процент растет в зависимости от количества баллов. Если ваша группа набрала от 100 баллов, то компания дает вам звание консультанта и возвращает 3% от товарооборота, который вы создали, то есть 3% от этих 100 баллов. В России это 180 рублей, в Киргизии 192 сома и так далее, можно посчитать в любой валюте. Для этого нужно просто умножить количество набранных вашей группой баллов на стоимость балла на выплату в вашей стране и на процент полученной объемной скидки. Если же ваша группа набрала от 200 баллов, то выплаты на структуру будут равны уже 6% от набранных группой баллов. Это уже от 720 рублей, и вы старший консультант. Следующая ступенька предполагает товарооборот от 600 баллов. Вы получаете звание лидера и 9% выплат на структуру, то есть от 3240 рублей. Если ваша группа выросла до 1000 баллов, то вы становитесь старшим лидером с выплатами на структуру 12%, а 12% от 1000 баллов – это уже от 7200 рублей. 1500 баллов – это звание вице-директора и доход в 15%, то есть от 13,5 тысяч рублей. 2000 баллов дают вам звание старшего вице-директора и 19%, выплата на структуру от 22 800 рублей. И самая желанная цель любого лидера – это директорское звание и 23% выплат от 41 400 рублей. И это только додиректорский маркетинг. Далее перед вами раскрываются более интересные перспективы. Со временем вы станете старшим директором, потом серебряным, потом золотым. С этого уровня, кстати, компания начинает бесплатно отправлять вас на заграничные курорты. Ну и кроме того, что ваш доход растет, так как растет ваша структура, вы еще и получаете дополнительные премии за закрепление каждого звания. Закрепить звание значит закрыть в этом звании 8 каталогов в году. Любые 8 каталогов из 19 имеющихся. Эти премии называются квалификационными бонусами. Вот лестница успеха Faberlic, и здесь как раз-таки эти премии отражены. Посмотрите, какие шикарные дополнительные бонусы вас ждут. Закрепив директорское звание, вы получите 55 тысяч рублей. Закрепив старшего директора, еще 27,5 тысяч. Закрытие серебряного статуса даст вам премию в 110 тысяч рублей, а золотого в 165 тысяч и так далее. Причем это вне основных ежекаталожных выплат, то есть не считая зарплаты. В компании есть не только эти квалификационные бонусы, но и другие. Бонус стабильности, который выплачивается за то, что вы серьезно относитесь к делу и регулярно делаете шаги к успеху. Добивайтесь статуса бриллиантового директора, помогайте вашим консультантам достигать новых званий и получайте бонус развития. Бонус материнства начисляется, если на момент рождения ребенка вы состоите в звании вице-директора и выше минимум 8 периодов из 19 последних.
Директорские бонусы, которые начисляются с объема продаж всех ваших нижестоящих директоров. И как же быстро выйти на высокий доход? Как в короткие сроки найти столько партнеров в свою команду, тем более, что много времени на первых порах уходит не на рекрутинг, а на обучение? Ответ прост – с помощью вашего наставника. То есть, пока вы учитесь, ваш наставник приводит в вашу команду найденных им лидеров. Такая поддержка наставника позволит вам очень быстро выйти на большой и стабильный доход. Но здесь есть очень важный нюанс. По уставу компании «Faberlic» регистрировать людей можно только под человека, который активировал свой регистрационный номер первым заказом на минимальную сумму от 800 рублей. То есть ни вы, ни ваш наставник не сможете начать регистрации, пока ваш номер не будет активирован. В каждой стране своя сумма активационного заказа. В России это 800 рублей в ценах склада уже со скидкой, в Киргизии 1080 сомов и так далее. В каждой стране своя сумма. Если вы попытаетесь зарегистрировать под себя человека, не активировав перед этим свой регистрационный номер заказом, то у вас это просто не получится. Вылетит вот такое вот сообщение: регистрация под данного консультанта невозможна. Сделав заказ, вы не только активируете свой бизнес, но и прилично сэкономите, купите то, что все равно бы купили в магазине, только намного дешевле, по складской цене. Думаю, все люди чистят зубы, моют волосы и стирают белье, но ни один магазин не дает возможности приобретать продукты каждодневного спроса по цене производителя. В любом магазине есть наценка, в Faberlic же этой наценки нет. Вы приобретаете все, что захотите, не у чужого дяди, а сами у себя, в своем собственном интернет-магазине по складской цене. Кстати, за ваш заказ вы еще и получаете подарки по накопительной программе и по акции новичка. Советуем вам как можно быстрее активироваться, потому что долго ждать вашей активации наставник не будет, ведь все мы пришли сюда зарабатывать, а время – деньги. Если вы хотите, чтобы ваш наставник помогал вам регистрациями, то активация вашего номера должна осуществиться не позднее суток с момента регистрации. Только в этом случае вы получаете поддержку своего наставника, то есть участвуете в программе «Турборост Плюс». Давайте узнаем подробнее, что это за программа. Смотрите, вот это ваш наставник, он зарегистрировал вас. Вы активировали свой номер, а значит, следующего своего новичка ваш наставник может зарегистрировать под вас и таким образом развивать вашу первую веточку в глубину, регистрируя новичков друг под друга. В процессе обучения наверняка у вас тоже появятся ваши новички, которые также укрепят эту ветку. Таким образом и вы, и ваш наставник за короткий срок построите крепкую ветку, которая будет фундаментом вашего бизнеса. После того, как вы пройдете базовое обучение и будете готовы сами стать наставником, вы сможете начать строить свою вторую веточку по такой же схеме, но уже в качестве наставника, помогая уже своим новым партнерам. Следуя нашим инструкциям, участвуя в программе «Турборост Плюс», уже через 4-6 месяцев вы директор. Если же вы не оплатили свой первый заказ в течение суток, то в программе «Турборост Плюс» вы уже не участвуете. Ваш наставник, не имея технической возможности начать регистрации под вас, вынужден будет отодвинуть вас в сторону и продолжить вести свою ветку уже без вас, с другими своими лидерами. Но бесплатное, глубокое, качественное обучение и всевозможную информационную поддержку вы получите в любом случае. Вне сомнений, вступив в проект, вы получите эффективную и уже налаженную систему работы и пройдете бесплатное онлайн-обучение с помощью видеоуроков и четких инструкций. Вам расскажут, как создавать странички в соцсетях, как искать на них людей, предоставят готовые шаблоны переписки и видео для рекрутинга. Вас научат, как проводить регистрацию и выдадут все готовые инструменты для обучения найденных вами новичков. У вас есть выбор – расти с помощью регистрации от вашего наставника или без нее. Это только ваш выбор. Вам нужно принять взвешенное решение. Ведь отказываясь от участия в программе «Турборост Плюс», вы отказываетесь от целой цепочки партнеров, найденных для вашей команды вашим наставником, а значит, сами себе усложняете работу и отдаляете свой выход на директорскую зарплату на несколько месяцев. Если же вы решили участвовать в турборосте и активироваться в течение суток, то обязательно спросите у своего наставника о том, какая акция новичка на данный момент действует. Это даст вам возможность не просто приобрести качественную продукцию по цене производителя, но и получить за это подарки. Кстати, для участвующих в программе «Турборост Плюс» есть еще один сюрприз – собственный рекрутинговый сайт в подарок от проекта. У вас появится шикарный личный сайт с насыщенным и интересным контентом, который позволит вам увеличить число своих партнеров и добавит вам солидности на рынке сетевого маркетинга. Итак, подводим итоги, что же дает активация регистрационного номера минимальным заказом в течение суток. Первое. Помощь от наставников в построении вашей первой ветки. Второе. Собственный рекрутинговый сайт в подарок от проекта. Третье. Подарки по акции новичка. Надеемся, вы примете верное решение, ведь от него будет зависеть ваша карьера в компании «Faberlic», ваши будущие доходы и ваша новая жизнь.